в небо нет. Я лечу на яркий свет, где в облаках похож на свет, а взлет на падение. Чем выше, тем трудней дышать, но это легче, чем терять и миллионов лиц искать твое отражение. Я падаю. Здравствуйте. Как вас зовут? Я так долго к этому шла, что я уже даже забыла, как меня зовут. Людмила Соколова. Иногда мне кажется, что мне 24 года, но мне на самом деле 42. Вау! Я родилась в Волгограде, выросла в Нижегородской области и очень давно живу в Москве. Очень долго шла по этому пути. Я мама 4 детей. И люблю хорошую музыку. Вот спасибо. Да. Я в восхищении и буду очень рада, если вы выберете меня. Но в любом случае, мне очень интересно, что вы будете делать, потому что, видимо, у вас это очень круто получается вообще. Все, что происходит на сцене. Спасибо вам большое. Спасибо, мне сегодня дорогая, вы приснились. Людмила, да ладно. Я стараюсь не врать, вот я честно говорю, как есть. Ой, круто. Вы так красиво поете на английском языке. Вот. Во сне у вас? Да. Спасибо. Можно я поклонюсь лично каждому из вас, потому что каждый в моей жизни сыграл огромную роль. Кто-то одной песней, кто-то всей своей жизнью, кто-то величайшим талантом. Мне, честно, сейчас очень трудно, потому что изначально... Когда я думала, к кому я пойду, и, наверное, я сейчас так и решу, это Леонид Агутин. Спасибо. Ой.